Джен исполняет сальто Миллера. Есть! Первое место! Джен, кажется, в этом месте сна ты подавилась. Я что-то не то сказал? Вон из моей комнаты! Из моих снов! Это же последняя чистая пара! Только не очередная пёр-атака! Гады! Кто-то вычистил моей щёткой унитаз! Я же знаю, как ты любишь, когда всё сверкает! Ты самый... Каждый день все тот же буррито на завтрак и нездоровое пристрастие к соли. Не сегодня, Ники. Это хорошо. Джонси без конца меня разыгрывает. Я уже даже невинной солонке не доверяю. Я спокойна. Я Дзен. Я не опущусь до преступного уровня Джонси. Джен, ты села на свежую краску? Не стесняйся. Покричи. Life begins after school. That's when we bend all the rules. Time to hang with all my friends. We like to be together in a place where we belong. I'm 16, starting to find my way. Got a new job, gonna start at the mall today. Thank God I'm on my own for the first time. I'm 16, life is sweet when you're growing up so fast. You gotta make the good times last. Sixteen. Приколы. Что? Улыбнись в камеру. Джонси подменил мою жвачку какой-то гадостью. Ни на секунду бдительность ослабить нельзя. С тех пор, как мы переехали к отцу Джонси, он мне проходу не дает. Ты чего такой важный? Разыграешь Джен 5 раз перед завтраком, и походка становится упругой. Тебе за птичками наблюдать не пора? Не за птичками, а за редкими орлами. Орлы в центре не может быть. Может, кажется, они не туда свернули во время миграции. Спасибо, доктор Сузуки. Администрация центра платит мне за присмотр за ними, чтобы защитники птиц не страдали. В смысле, корочка? Клуб охраны редких орлов чрезвычайной комиссии орнитологов. Корочка? Как у жареного цыпленка? Классное название для защитников птиц. Пока Джонс Майстер не выиграл в лотерею, надо на что-то жить. Удачного дня! Мне тоже пора. Почти 9. Джен, уже 10 утра. Нет, у меня на часах ровно 9. Джонси! Не знала, что у Джонси хоть что-то хорошо получается, кроме поцелуев. Слишком много информации? Перебор! Прошу прощения, тренер. Джонси совсем замучил меня своими приколами. Для отложенного штрафа нет оправданий. Извините, я уверен, что лыжи стоят $200, а не 2000. Я поработаю сверхурочно. Этого будет мало, мисси. С тебя двойная выручка и полный опис всех товаров. Одновременно? Хорошая мысль. За работу! Мисс, я... С вас $2000. Привет. Как тренер Колдер отнесся к опозданию? Если не считать двух чудовищных наказаний, прекрасно. Спасибо.
С другой стороны, я подольше побуду с Пау. Он душка. Джонси и меня раньше разыгрывал, пока я не положил этому конец. Каким образом? Я дал ему отпор. Если хочешь, я и тебе помогу. Я пожил в окопах, у меня есть опыт. Это не война, просто Джонси придурок. Сама справлюсь. Уверена? Нет. А теперь извини, надо товар переписывать. Прощай, чек. Привет, наличные. Полтинник? Я же всего 20-ку просила. Святой кашемир! Но я не могу их взять. Это же явно ошибка. Внимание наших бесценных клиентов. Мы объявляем конкурс «Вы экономите, мы помогаем вам тратить». Главный приз может стать вашим. Я, наверное, выиграла. Ну, магазины, держитесь. Странно, что я до сих пор не засек этих голубков. Столько часов прошло. Знаешь поговорку? Если любишь ты пташку, дай ей покакать. Может, дай полетать ей? Еще лучше. В полете она сможет покакать, где пожелает. Кстати, пора сделать перерыв. Друг, над тобой прикололись. Вот блин. Джен не успеет понять, с какой стороны нанесен удар. Ты ударишь Джен? Нет, Джуд. Но она мне заплатит. Она тебе и денег должна? Неважно. Да! Джонси! Ты обернул унитаз пленкой! Теперь ты в ванну без опаски не зайдешь. Прочь с дороги. Почему здесь пахнет мясом? А вода почему коричневая? Мясной бульонный кубик? Вот черт! Теперь и ты в ванну без опаски не зайдешь. Откуда такая роскошь? Я выиграла в банковский конкурс. Банкомат выдал мне кучу денег. Это явно ошибка. Банки деньгами не разбрасываются. По центру объявили, что они разыгрывают приз, который может стать моим. Моим он и стал. Не порти мне настроение, Ники. Лимоны кончились. У тебя тут целая миска. Они не для тебя. Какая гранка, какая чистота. Цвет приятный. Вау, 1.5 карата. Меня не обманешь. Я сразу поняла, что работа всего лишь прикрытие. Ты богатая наследница. Станем опять лучшими подругами. Нет, спасибо. Привет, новая старая подруга. Ники, помоги, убери ее. Карма – замечательная вещь. У меня дела. Мастерсон, покажи-ка мне свою опись. Слушаю. У тебя усталый голос. Прервешься на кофе? Я прям устала. Кажется, я ем на ходу. Ешь на ходу? Ну, бывает, спят на ходу. Ухожу я только к холодильнику. Форму сегодня еле натянула. Может, вам с Джонси завязать с розыгрышами, пока не поздно? Пауло, все видел? Нет, все в порядке. Два часа прятаться от Риши. Нога затекла до полной неподвижности, зато ее нигде. Я тебя обыскалась. Куда это ты? Полтретьего бриллианта ярче всего сверкают на солнце, бьющем сквозь стеклянную крышу. Смотри! ВНД дают бесплатные пончи первым 30 покупателям. Серьезно? Куда ты так торопишься? Майк, мне нужен телохранитель. Серьги охранять. Кейтлин, твои брюлики еще здесь? Защити меня от Риши. Мои новые серьги как магнит для нее. Я с ума сойду. Помоги. У меня комплекция не та. Я заплачу. Кстати, а откуда у тебя деньги на такие бирюльки? Не сейчас, Вайт. Ты мне поможешь или нет? Ладно.
Привет, Триша. Слышала мою новую песню про День Отца? Что подарим папе, чтобы не грустил? То ли электробритву, то ли галстук и носки. Только твои взвывания хуже сандалий, надетых на носки. Я сматываюсь. Вау! У тебя талант отпугивать девчонок. Вот, спасибо. Так, от кого пахнет супом? От меня. А почему я пахну супом, по-вашему? Джен засунула в насадку для душа бульонный кубик. А еще она купила тебя на старый трюк. Красный носок стиральной машинки. Наблюдатель за орлами, если это твое настоящее имя. Поздно, предатель. Уклонение от чрезвычайной комиссии тебе не поможет. Я не уклонялся, я прятался. Дезинформация о местонахождении орлов подняла волну возмущения в наших рядах. Да, я послал пару ложных отчетов. А что делать? Я ни одного орла пока не видел. Идем, моя прекрасная птичка. Мы найдем орлов сами. А я их видел. Ты видел орлов? Что же ты не сказал? Мы весь день вместе были. Как сказал один мудрый чувак, нужно быть заодно с комиссией. К черту комиссию! Ты мне поможешь или нет? Два левых башмака. Классика. Дай угадаю, Джен спрятала все правые? Это последний писк моды. Сейчас носят только левые. Ты меня точно так же подкалывал, пока я тебя не раскусил. Брелок пердун. Последнее слово в технологии унижений. Это не я. Если Джен думает, что может меня превзойти, ее ждет горькое разочарование. Пора бы его проучить. Привет, Джен. Я все обдумала, Вайя. Ты решила принять твое предложение отомстить Джонси. Она же хотела спустить это дело на тормозах. Это было до того, как Джонси подменил мой крем для рук суперклеем. Отныне это война. Что? Мастерсон, совмещаешь опись с тренировкой? Если ты на прибавку напрашиваешься, Мастерсон. Просто форму поддерживаю. Я тебя понимаю. Припомнится, пивной живот после каждого проигранного чемпионата сгонять приходилось. Каждый раз одно и то же. Игра, поражение, брюхо. Игра, поражение, брюхо. Брюхо, брюхо, брюхо. Старые добрые времена, Мастерсон. Идиотская дешевая форма. Мастерсон, 5 штрафных минут за унижение формы. Алло. Скажи, что операция разведет Джонси на мази. Спокойно. Джонси даже понять ничего не успеет. Триша, я написал новую песню. Мамин день для мамы твоей. Если ты, волчара, еще раз завоешь, я у тебя голосовые связки отсужу, так и знай. Потрясающе. Так, спасибо. Что это тебе так перекосило? Вот уж не думала, что скажу такое, но бриллианты доставляют массу мучений. Кстати, ты мне не заплатишь, обещала... Кейтлин, я не смогу их носить. Don't worry, ничего, мышцы шеи быстро укрепляются. Какой сюрприз, очередное ложное сообщение о местонахождении орлов. Я так зол на Джонси, что черная волна ярости вот-вот выплеснется из моей души. А может, просто пить хочется? Два лимонада, пожалуйста. Чем лучше изобразить лес, тем больше орлов на это клюнет. Откуда ты знаешь? Понятия не имею. Только не мешай мне. Фу, гадость. То есть, прекрасно, мы нашли орлов. В кои-то веки можно написать правду. Друг, я, кажется, нашел орлиное гнездо.
Чьи-то грязные трусы. Это мои грязные трусы. Джен разбросала их по всему центру и всем сказала, что они мои. Ники, наверное. Мы хотели встретиться за обедом. Привет, детка. Готова съесть один тако на двоих? Мисс Данвуди? Что значит «не терпится»? К чему готовы? Нет, нет, не ждите меня. Алло? Кто такая мисс Данвуди? Мамина подруга. Похоже, у нас свидание. Вот, блин, Джен перемешала все номера в моем мобильнике. Ловко. То есть, подло. Спокойно, Джуд. Подстава, которую я готовил много дней, скоро окупится. Джен будет вынуждена признать поражение. Все пытаешься форму вернуть. Надо сжечь жир и нарастить мускулы. Мускулы лучше прикрыть. Я почти голая, а он меня не замечает? Может, это его сестра? Нет, нет, исключено. Мастерсон, новую форму доставили. Я так взволнован. Еще секунды, и было бы поздно. Джен, она тебе не великовата? Я заказала большой размер, потому что думала, что поправилась. Джонси! Он ушил мою форму, чтобы я подумала, что растолстела. Помнишь, я говорила, что вы скоро зайдете слишком далеко? Это только что случилось. Я еще не начала сражаться. Удалось порвать с мисс Давнуди. Она плакала. Сочувствую. Что ты ей сказал? Что мы находимся на разных жизненных этапах. Я молод, а она нет. А Джонси, не думал застать тебя здесь. Ты же должен рассматривать орлов. Друг, я каждую неделю сюда прихожу розыгрыш лотереи посмотреть. Телек накрылся. К счастью, у меня под рукой есть радиоприемник. Пора узнать выигравшие номера. Возможно, сегодня вам повезет. Это моя неделя, я чувствую. Наши счастливые номера. 4, 12, 16, 22, 39 и 41. Я выиграл. Я выиграл! А ты не гонишь, друг? Вот это класс! Я сам говорю, что выиграю, но я так каждый раз говорю. Неужели я действительно выиграл? А как же орлы? Пусть гадят на кого-нибудь другого, к черту! Я миллионер! Лучшее выступление в моей жизни. В смысле? Я разыграл Джонси. Тебе разрешили выбрать номера? Джуд, я не работаю в лотерее. Я унесу твою тайну в могилу. Так, Кейтлин, это уже слишком. Я знаю, от Риши совершенно ничего не помогает. Это не твои деньги. Ты должна их вернуть. Я сегодня усвоила очень важный урок. Деньги-то хорошо, но от них слишком много проблем. Невыносимое чувство вины. Привет, лучшая подруга. Невыносимая Триша. Девчонки, есть новость. Я выиграл в лотерею, я миллионер. Осторожно, Джонси, деньги не приносят радости. Нет, приносят. Привет, красавчик. Я же говорила. И на что ты потратишь свои капиталы? На новые розыгрыши? Да. Кстати, прости, что меня так занесло. Ты серьезно? Мы с братьями вечно друг друга подкалываем, но нам это нравится. А после лотереи я понял, что есть и другие способы порадовать людей. Я решил пожертвовать половину выигрыша. Правда? Кому? Корочки. Пусть восстановят орлам естественную среду обитания, чтобы они на меня больше не гадили. Благотворительность? Я смываюсь. Жаль, я до этого не додумалась. Я рада, что ты извинился за розыгрыши, но ты еще не все знаешь. Потом расскажешь. Вы еще самое главное не видели. Та-да! Я купил всем подарки. Почему? Потому что денег полно. Это не так. Твой выигрыш в лотерею тоже розыгрыш. Самый выдающийся. Да, как же, не смеши, ты бы не додумалась. А я смог. Номера по радио, их зачитал я. Значит, телек не был сломан. И я не миллионер. Подарки придется вернуть. Минуточку, паразит. Ты мне полтинник за тележку должен. Пятерка устроит? Продано. Я тебя уделала. Почему же я не чувствую облегчения? О, нет, опять! Теперь тебе лучше? Намного!
Я так понимаю, ты вернула деньги? Да. И в банке так обрадовались, что отдали мне главный приз. Деньгами? Вот черт, обычный тостер. Кому нужен такой паршивый приз? Горячо, горячо. Хоть кому-то эта дрянь пригодилась. Если бы можно было вернуть надкушенную еду, Джуд, я бы купил тебе носки. Зато тебе больше не придется наблюдать за орлами. Да, Корочка не пришел в восторг от моего липового взноса. Похоже, сегодня у нас нет поводов для веселья. Если не смотреть, как Джуд съест штрудель, который я случайно намеренно уронил на грязный пол. Джонси! Все равно вкусно. Автор сценария Дэйв Диас, режиссер Карен Лесман, производство Fresh TV Incorporated, исполнительный продюсер Скотт Дайер, Дуг Мерфи, композиторы Дон Брайтхауп, Энтони Вандерборо. Озвучено по заказу 2x2.